Так, девочки, мальчики, мужчины, всем привет. Привет, YouTube, солнечная Турция на проводе. Итак, побрешем мы сейчас немножко. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Отлично. Вот, Саша, видишь. Итак, Сандрина. Погадай, да погадай, погадай, да погадай, господи. Опять приходится брехать. Ну, что ты будешь делать? Вообще. На ровном месте. А ты расскажи первый раз, как я тебя набрехала, потому что они не знают. Мы рассказывали, расскажи первый раз. Ну, ты сядь туда, чтобы тебя видно было. Задвинь, пожалуйста, вентилятор. Я не причесанная еще совсем. Ладно, давай, рассказывай. Все, давай. А я знаю, что она красивая, она с этой. Улыбается, глазки горят у нее. Глазки горят. Все, давай, рассказывай. Тебя не видно, рассказывай. Нагадали жениха? Нет, не так было. Мы сидели, попросили Татьяну Дмитриевну погадать. Она говорит, я, девочки, не гадаю. Она говорит, я бреху, а вы верите. Ну, мы такие, ну, побрешите нам. Дело было нечего, было к вечеру. И она тебе говорит, будет у тебя, Сандра, развиваться очень стремительно отношения с мужчиной. Ты говоришь, какой мужчина? Я живу одной работой, и там у меня свои личные переживания. Типа, какой мужчина? На горизонте его нет. Она говорит, ну, я тебе сказала, то я как сейчас понял, то, что я вижу. И тут приходит неделя, и в течение недели у нас появляется... Старый знакомый мужчина, он старый же знакомый, да? То есть вы были знакомы, ну, просто не общались. Мы познакомились, ну, получается, зимой еще. Ну, и не общались. Не общались, а там не была общались, история ничего. Длинная. Ну вот, и короче, потом, Татьяна Дмитриевна, у тебя будет все это. И тут раз, и Сандра на 3 дня просто уезжает в свадебное путешествие. Да. И мы все офигели. Теперь сюда очередь стоит. Но Татьяна Дмитриевна деньгами не берет. Денег с них не беру, сказала, мне отдавайте кофе. Саша мне отдала шоколадкой. Очень классно. Я поняла. Мы поняли друг друга. Это же понимаешь. Да, да. Вот. Вот сегодня я ее уже бесплатно гадаю. Но бесплатно не гадаю. Все за чай. Чай или кофе? Чай, да. Будет, да. Какой-то чай. Она имеет в виду не чай попить, а чай сухой. Ну, типа, чтобы потом заваривать. Да, чтобы что-то... Будем вместе потом все пить. Ну, так надо. Так, потому все. Что бесплатно ж нет. Иди туда рядом сядь. А вот сегодня, я открываю чашечку кофе. Кстати, на черной чашке гадать нельзя. Ну, врать нельзя. При чем тут на черной чашке? Она сказала. Она говорит... на черной чашке ничего не видно. А, из-за этого. Вы что, вообще? Блин, Саша. Видели? Саша, это черная перепонутка. Да, туда переложи ее. Хорошо, что так можно. Вот, смотри. Вот прям в чашке, в чашечке, хоть она и зеленого цвета. В тарелке. Ну вот, что это? В тарелочке. В тарелочке стоит какой-то трубач. Мужчина с трубой. Не знаю, что это такое. Может, по работе какой-то. Вот. Мужчина или женщина? Мужчина. А вот здесь, в чашечке, значит, мы опять, у нас опять ленты. Полотки. Ну, я не знаю, как их называть, но такие вот ленточки, полотна, значит. Я, наверное, вчера забыла полотенце свое, может, оно в машинке. Это не ко мне. Нет, там стирается. Ну, ванной. Все ванной. Короче, значит так, полотна. Потом, значит, какие-то люди. Зрители. Я не знаю. Зрители это нет. Это просто полотна, значит, люди. Стоит мужчина с факелом. Все по работе. На голове у него, это, по-моему, это показано какое-то представление. Значит, мужчина с факелом, на голове у него какая-то там пирамидальная шляпа. Ковбой? Похоже на ковбойскую? Нет, не похоже на ковбойскую, похоже на шапку шута. Ну, циркового шута, я имею в виду. Ну, может, и такой шут, Бог его знает, в жизни есть. Знаю, в жизни есть много людей, и шутов, и каких хочешь. Но это, по всей видимости, такое у тебя... Я не потому, что ты там циркач, а потому, что это вот помню. Видно. Вот он, мужчина, четко, вот мужчина. Нет, видишь мужчину? Вот на нем шапка непонятна, а вот факел. Факел? Ну, вы не видите нифига. Но это не важно. Я вижу.
Это факел, мужчина стоит с факелом, то есть это какое-то представление. Подождите, это же можно еще трактовать. Трактовать же можно, что мужчина факел, это может... Это мужчина с факелом. А, ну все, по-другому не трактуется. Да? Поняла, по-другому да. Вы можете фантазировать, как хотите, я вам сказала. Не, я поняла. Вот как хотите, так хотите. Да, как хотите. А вот и мужчина с факелом. Вот он. А я, кстати, и триумфальная шляпа. Кирилл, поехали. А вот и факел, девочки, все, смотрите, вот все. Вот, блять, оно сбылось за 5 минут. Еще не закончили гадать, уже все. Уже все сбылось. Мы поедем работать. Все уже сбылось. Все. Поэтому, Саша, я тебя поздравляю. Все мечты сбылись. А вот и мужчина тоже. Мне тоже, что я не член семьи, что ли? Все. Мне понравилось, как я Кириллу говорю. И вот я это Таша. Как же ему сказала? Как-то я Кириллу сказала. А, он говорит, ладно, не для видео, то сейчас разнесут. Потом. А этот куда делся, который без факела? А вот он стоит, откуда? Никуда никто не А любовь делся, куда? А любовь нету? Муж, все там рядом. Все рядом. Мужчина с факелом, это значит, работа будет какая-то. И мужчина, да. Тут, между прочим, я же тебе говорила, что и мужчина, и ребенок какой-то еще очень много разного. Что нам тебе нагадывали как-то, что у тебя будут трое детей? Это кто-то мне трое говорил. Не а это не тебе. Боже упаси. В наше нет, время. Кто-то из девочек, кому сказал, я еще надала. Я не помню. Не, ну зато я меня сейчас, Кирилл, 5 баллов за вот это. Ты очень быстро среагировано. Его что не было, он был в соседней комнате. Очень быстро среагировано. Пока ты здесь присутствуешь, я уже говорила в своем видео, но сейчас повторюсь еще раз. По поводу, я не читала комментарии под видео, там, где вы танцевали, я не читала. И не было интернета. Но Татьяна Дмитриевна тоже не читала. Ну, первые два, которые прочитала, я у нее спросила, что там пишут. Она говорит, что... Ну, пишут за Кирилла, что типа, я еще не заходила. Ну, говори, да. Ну, я уже говорила без тебя, сейчас хочу сказать при тебе, что это такой, во-первых, это не основной вид заработка там и все остальное. То есть это как бы, знаешь, как вот на свадьбы, или вот приглашают на день рождения к детям, да, вот одеваются взрослые, тетки пузатые, они там черепашка, или там принцесса, это женщина с пузом, 7-м размером груди, и дети радуются, и родители еще делают фотографии этим детям с этой женщиной после перепоя, понимаешь, с косичками и риски. Вот, поэтому я хотела тебе сказать, что ты не обращай внимания, потому что мы понимаем, что это, туда люди несут настроение, там не надо делать подебура или, понимаешь, или 4 пируэта, в том плане, что... В том плане... Не-не, я хотела сказать... Да, туда, вот, допустим, я прихожу, допустим, они пьют все ракы. Вы выходите в тот момент, когда у них уже прям все, веселье, у них уже второй Новый год, понимаешь? Сначала мы выходим в тот момент, когда они еще не выпили, в 10 часов. Да. А потом мы выходим уже, потом, когда они уже выпили. И им надо настроение, они хотят радоваться. Порадуются. Конечно. Да еще на отдыхе, тем более. Конечно. Они должны там обильно все платы продать. О боже, нас бросили мужья, женихи. А все должны сидеть в шпагатах. Прям в шпагате вылезти, вот так вот, как Сандра. А это надо, да, прям уметь настолько танцевать. Должны выйти балерины. Каждый берет чем-то своим. Кто-то берет настроение. Сейчас чихну, смотри. О, точно. Но чихаю я не как Барби. Козявки теперь полетели, все, так ты что, это капец. Все. Как ваше настроение? Я тебя сегодня вижу прям посвежевшим. Я выспался наконец-то за последний. Ну мы так тоже с бабушкой подумали, что все выспались. Туда-сюда ездить, туда-сюда. А что это такое? Это Сандра, не трогай. Я работал 7 дней, кроме вот вчерашнего. У меня вчера был единственный выходной. Слава Богу. Я вчера спал, потом ходил по делам. Ой, почему нет образования, почему то, почему? Да это его дело. Сколько ты языков знаешь? 4. Это не образование? Турецкий, на гитаре ты самостоятельно выучился? Языки ты самостоятельно учил? Кроме английского. Нет, ну самостоятельно пошел по желанию. То есть это не потому, что образование. Девочки, образование классно, когда вы... Мой сын, его дядя, поступил... Сколько ему было, Кирюша? Он поступил в Бердянский пединститут в 50 лет. По собственному желанию? Он поступил, потому что он так решил. Просто война сбила все планы немножко. Но сейчас он в Мариуполе, возможно, и будет продолжать учиться. В 50 лет. Мне вчера... Мы не говорим о том, что Кирилл поступит в 50.
Мне вчера, да ему не надо мозги так. Мне вчера смс прислал Юра Варламов. Юрочка, тебе огромное спасибо, люблю тебя, помню. Друг наш, Алексей, совместный, говорю, совместный друг наш. Привет от меня. Привет от Татьяны Дмитриевны, она нас смотрит. И он сказал, говорит, как же Кирилл, Татьяна Дмитриевна слышала сообщение. Говорит, похож, как же он назвал папу твоего? Никак, Сережа. Сережа. Как похоже, говорит, на Сережу. Ты слышишь, Кирилл? Растешь и на папу. Мальчики, мужчины, Татьяна Дмитриевна обо мне подумала, принесла что-то вкусненькое с улицы. С улицы. Ходила по делам, принесла. Купила это самое. Смотрите, я взяла помидорчик. Сейчас, Татьяна Дмитриевна, приятного аппетита. Татьяна Дмитриевна аж закурила на нервной почве от комментариев. Не дождетесь, да? Не, кто-то взял. Не знаю, кто. Так что нам приятного аппетита. Вы не хотите помидорку, Татьяна Дмитриевна? Все. Спасибо вам большое за то, что вы обо мне... А, там был комментарий, значит, что типа Татьяне Дмитриевне с Мариной не скучно. Я говорю, да, между прочим, мы нашли общий язык. Угу. Ну, у нас совет директоров по-другому быть не может. Любой из подписчиков язык. Как угодно. Даже если язык ваш враг, как мой. Не-не-не, там нет врагов. Они Татьяна Дмитриевна, я, конечно, все понимаю. Это ваша бабушка курит трубку. Трубку курит, бабушка моя. Сейчас вообще-то сигару мне подарили, между прочим. Я ее туда не щелкай. Положила. И все. И кто-то был неправ. Угу. Куда это деть? Выбросить. Собаке дайте, вон она пришла. Иди, давай, побежала. Так, девочки, ну что, перекус. Мишенька, Миша, перекус. Я это сама. Ты пришел? Ты пришел? Я полы протирала. Посмотри, посмотри. Вот так, вот так, вот так. Он танцует, он танцует. Так, нам, Татьяна Дмитриевна, сюда нужна маленькая статья. Миша, Миша, Миша. Да нет, шучу, девчонки, я работаю на этом столе. Миша, Миша, Миша. Да что такое, Мишенька? Боже, 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 боже. Соскучился, соскучился, Мишенька. Красота. Поиграй, потанцуй, Вот так. Кстати, когда мы вчера пришли домой, собака так на Юлю прыгала. Так это самое радовалась ей. Вот Юля всегда злая, вы ей все надоели. Юля работает, вне зависимости, на отдыхе она или не на отдыхе. Она все время в процессе работы. Она не значит, что она приехала на море, она такая легла. Нет, у нее телефон, я не знаю, как у нее батарея выдерживает. У нас все олени на все злые. Все злые, да? Да. А в нашей семье только потому я... У нас, потому у нас мы и добились всего. А иначе нельзя. Будешь добренькая, сядут на шею и будут сидеть. Все, кому не лень. А в нашей семье только одна я неблагополучная. А, вот все, так, а все прям благополучные. Угу. Да. В нашей семье прям все с колом, с двором, все сами, угу. Своими мозгами, руками. А вот так. Я такая, а я гулящая. Да, с тремя детьми, детками. Нагуляла. Да. Нагуляла. Зато есть, что вспомнить. Родила, от никого попасть. Нагуляла. А теперь вот это вот... А теперь... Сидишь на чужой шее, да. Деньги не даешь. И то, и то, и то, и то, и такая, раз такая, господи, да. Сейчас увидят, потому что ты снимаешь. Сейчас еще, если вспомню, этот комментарий удалила. 24/7. Заблокировала этот профиль. Мне, кстати, что-то увлеклась вчера, что-то как-то я приехала уставшая эмоционально. Не знаю, я на море хочу, мне прям туда хоть на месяц меня куда-нибудь. Что-то я прям вчера проникла, комментарий почитала. А, по поводу. Пишет девушка мне все. Наша, сколько вам хочется сказать, всего много. Давай. Говорит, Марина, говорит, я вас не помню, говорит, чтобы вы, говорит, блокировали выключали комментарии. Что случилось, девочки? Так как у меня нет интернета. Я положила 700 лир. Эти деньги дала парню кэшем. Он должен был позвонить через оператора, положить эти деньги на телефон. Он положил, ошибся номером он в одной цифре, потому что я же турецкий не знаю, я не говорю. Я ему номер показала со скрина. Вот, и я осталась без интернета, я нервничала, то я брала у Бори интернет, то я приходила как Сали, чтобы она шла, ему переводила, потому что я думала, что Боря тупой, он говорит, иди я тебе сделаю, позвоню в оператора, я думаю, боже, он тупой, что куда он позвонит. Ну, не знаю, я изначально всегда думаю, плохо о мужчинах, неважно, я такой человек, это не перевоспитать. Я дергала Оксану, потом девочки сидели культурно там, ели пирожные с чаем, и я понимаю, что ну, им неудобно мне сказать, понимаете, и я от того, что мне еще не... Я, короче, сама себя завела. Потом Боря уже позвонил оператору, ему сказали, что на телефоне денег нету,
начали звонить этому парню, который положил. Он говорит, а наш область номер. Ладно, все, 710 лир у меня пропали, я осталась без интернета. И видно, когда Боря мне раздал свой интернет, который заканчивался уже у него. Я не туда нажала, я не знаю. Я как-то раз, и все, комментарии отключены. Я приезжаю домой, открываю видео, нет комментариев. Думаю, в смысле? И все, пока я нашла, я даже не знаю, где их включать надо, потому что я там никогда не лазил в этой функции. Я их включила, конечно, комментариев мало. Если хотите, можете перейти, если хотите какую-то гадость написать, волком. Комментарии открыты. Вот. И был комментарий по поводу... я хотела сказать. Я, короче, поблокировала многих, потому что я увлеклась комментариями вчера вечером, как-то сегодня что-то подлипла, вам отвечала. Вот. И был комментарий адресован Татьяны Дмитриевны. И, естественно, я многие профили заблокировала. Ну, у вас их по 10, поэтому вы зайдете с другого профиля, вы даже не заметите, что вы с этого профиля вы уже не зайдете. Комментарий. Татьяна Дмитриевна, наверное, его не прочитала, потому что она была по делам. Ну, она их, в принципе, не сидит же там 0-4 часа, не читает, может быть, допустила. Мне никогда, я кушать не там тоже. Был комментарий. Татьяна Дмитриевна. Угу. Он сейчас не процитирую, так чтобы тоже не припиздеть. В общем, типа, прочь руки от русских. Нет. Не воспитывайте русских детей. Ну, это за Вику. Ага. А то получите по рукам. Так вот, я хочу вам сказать. Здесь национальности нет. Мы в чужой стране. Мамы, папы, девочки между собой друг другу помогают. Где-то там. Кстати, Машу я что-то не видела, что куда-то оставляли, на всякий случай. Вот сейчас я перейду границу. Может быть, мне надо было лучше промолчать. Говори. Когда Машу хотят забрать, Юля еще не со всеми ее отпустит. И если она отпускала, то это было вот сколько я тут тусую, год туда, год вот так вот. Переезжаю. Это, может быть, она... Это только соседка сверху. Соседка сверху только хотела сказать. Все. Нет, еще она с кем-то девочкой отпустит. И то она 20 раз могла подумать. Она не со всеми отпустит Машу. Учитывая, что Маша знает турецкий язык и знает русский язык. А где кто живет и знает, как общаться. Поэтому, если вы за Вику... А здесь никто никого не игнорирует. Вику оставили. Расизма здесь нет. Да. Что за дурацкая вот эта тут девочки из Белоруссии, из России, из Казахстана. Говорите, вас слышно. Откуда только их нет. И что это значит? Зачем вот это писать? Зачем людей сталкивать лбами? Я считаю, что вы самый неадекватный подписчик, который так вот это написали. Меня это аж бесит. Потому что если взять мою национальность, у меня фамилия девичья Василенко. Вот. Родилась я в городе Ростове-на-Дону. Насколько вы знаете, это Россия. А жила я на Кубани. Это тоже Россия. Так я не поняла. Зачем вот это вот писать такую ерунду? Руки прочь от кого-то там, кто-то кого-то это самое. Что за дурацкие вот эти комментарии такие дебильные? Вот Татьяна Дмитриевна подтвердит. Или ой, да, подожди, или ой, такая мама знает, она что-то скажет. Да не ваше дело, как кто говорит. Как могу, так и воспитываю. Мне доверили ребенка, я его отдала живым, здоровым, закаленным. Кстати, ее Татьяна Дмитриевна не выпустила в крайний день на море, потому что солнце пекло очень сильно. Mm-hmm. Если бы было пофиг, это бы Ника бы приехала вся обгорелая, потому что кожа белая, даже если бы кремом мазали. Ее выводили вместе ребенок с Машей очень утром. Хорошо кушает, это не то, что Маша клюет там. Так вы меня извините, ее кормили, ее поили, ее вообще подарки покупали, уделяли внимание ей. Это наш ребенок. Мне даже Татьяна Дмитриевна сказала, отстань от нее, говорит, чересчур, говорит, ты над ней висишь. Ника ко мне относится, она приходит и говорит, я тебя люблю. Я говорю, скажите, Татьяна Дмитриевна, говорю, я тебя люблю. Она меня целует, и я ее целую. И мама Наташа ее говорит, Марина, она от тебя в восторге. Она говорит, домой приходит, и Марина, у нас прекрасно, я не знаю, ну каждый видит все, что может. Не, ну то, что захотели, то увидели, они увидели себя. Вот они увидели себя, понимаешь? Вот как бы они относились вот так вот я заблокировала, к чужому ребенку. Я решила, вот они себя увидели. Я могу даже Татьяна Дмитриевна даже не говорить, но я хотела, чтобы она вам ответила вот педагогически. Вот это вот отношение такое. Мне будут учить, как мне относиться к детям. Не кричать, не мечать. Никто ни на кого не кричит. И постирали трусы, постирали купальники, сполоснули ее одежду. А это не надо говорить об этом. Расчесали, сводили в кафешку, сводили в аквапарк. Зачем ты говоришь об этом? Сколько стоит вход в аквапарке? Я констатирую факт, это не для того, чтобы перейти на личности. Мама вчера пришла, ее забрала, все. Вчера только. Это Юлины знакомые, это Юли спросили. Это Юля вообще, у Юли вообще проблем нет, она это отдавай. Юле хоть 15 отдайте, а Юля будет с ними, и все будут накормлены, и все будут причесаны, и всех положат спать. Угу. Всегда это было.
И мне вот это бесит. Они учат, как кого воспитывать. Вы воспитываете своих детей, своих внуков и так далее. А потом мне будете рассказывать. У меня есть примеры моего воспитания, достойного воспитания. Да. Так что, ребята, не надо мне вот это вот учить меня. Это руки прочь, это злостью написано. Чужой ребенок — это для вас чужой ребенок, а не для нас. Можете себе представить, понимаете? Если он попал сюда в семью, он уже не чужой нам ребенок. Я была при разговоре, когда Юля сказала: Маша, звонит Ника. Естественно, звонила мама. Говорит, что Ника за тобой соскучилась, ее приведут завтра. Маша говорит: нет, пусть приведут сегодня. И мама, это я была при разговоре, мама сказала: сейчас у нее урок, у Ники, говорит, тогда закончится урок, и мы ее приведем. Маша тянется к ней, они прекрасно дружат, прекрасно. Ой, да, шукаются у Ники свои секреты, они не рвут, они никуда не лезут, вот, прекрасно у них все. По сравнению с другими. Так они же вот это вот рассказывают. Все, мне вот это вот... Вот видите, Ника, хорошая девочка. Смотри, нормальные подписчики, те, которые у нас любимые, я их слушаю. Вот вы, Татьяна Дмитриевна, да не слушайте, да не, я понимаю, я все, я уже перестала. То, что касается меня, я вообще уже наплевала. Пусть они говорят все, что им хочется, это мне наплевать. Но когда касается детей, извините, не надо мне здесь рассказывать, кто какой, что это вы проявляете расизм, самый настоящий. И ко мне меня Татьяна Дмитриевна всегда заступается за меня, все там шутят. И когда, боже, это мой любимый кадр, когда мы делали, я видела ваши комментарии, вам тоже это понравилось. И кто у меня стакан, мы с ней общаемся без возраста. Я даже иногда, когда у меня французского очень много, я говорю, Марина, выключи блогер свой. Ну, да. Когда не камера, я просто говорю: так, Марина, а теперь выключи блогер. И когда мы начинаем общаться, то мы видим другую Марину. Столько тем, возраста вообще не видно. Да, видно. Я очень хорошо... Нет. Не, ну видно, понятно, по уму там понятно. Да, я имею в виду вообще не... Я имею в виду в том плане... Я могу рассказать... Я что, я вам рассказывала такие вещи, которые я не рассказываю даже подружкам. Ну вот, видишь. Кстати. А подружек вообще не должно быть. Вот, я такие... Мне даже неудобно. Татьяна Дмитриевна говорит, я с Юлей разговариваю, Марина, на все темы, поэтому говорит... Если надо, я даже у нее спрашиваю, как поступить, как что. Никто стакану. Мы просто понимаем, это такая волна. Было такое хорошее настроение, что она. Это так было шутку сказано. Так давай стакан. В том плане, что так отвали. Так правильно. Если я не кухарка, что я там буду стоять? Вид делать, что я что-то делаю. Что ты на это еще уделила внимание? У нас прекрасные отношения, мы общаемся на все. Да, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит вот кукушку. Так это я вам сказала, а вы там начали. Я еще ж вам сказала новое, некоторым девочкам я сказала новое слово, бляха-муха, вчера я его забыла, сегодня вспомнила, трансгендер. Вот вы еще так меня не называли. Трансгендер, это сейчас новое, это прямо вот сейчас пик этого. Транс, это уже все, трансгендер надо говорить. Как ты? Сейчас они все полезут в Google. Потому что они тебе говорят, какая ты вот эта неумная. Нет, это ж не все, но это ж меньшинство. Нет, так я ж об этих людях и говорю. Трансгендер, Саня, Марина, как я вас люблю, как мы ждем ваши блоги. Я извиняюсь, это, да. Вот. И как я и Борю полюбили уже все, видите, девочки. А Боря, кстати, он, понятное дело, что он со своими тараканами. Он мужик. Я знаю, у него другая кровь совершенно. Понятное дело, что. Вы что? Я на 2 часа сходила погулять, он мне как сказал с такими глазами. Тебе не было 2 часа. Чтобы мне карлик сказал, что у меня не было 2 часа, я бы уже карлику рассказала, где мухи зимуют. У карликов даже язык нет. Это другие мужчины, совершенно другой менталитет. И правильно Юля говорит, он из большой семьи, в этой семье так привыкли заботиться друг о друге, все. Так, ладненько, девочки, я вас люблю, Татьяна Дмитриевна вас любит, а те, кто нам хочет плохо, мы не общаемся.